Добрый день. Ваше внимание, пользователь микрофонный. 2010 года выпуска. Полностью в рабочем состоянии. Использовали этим сезоном. Сейчас надо все продают. Всем пока. На что я хочу обратить внимание? Но вот такие нюансы, которые есть в цилиндрах, немножко замасленные, да? Колеса здесь в удовлетворительном, конечно, состоянии. Но работает хорошо, то есть все прессуют, все выполняет полностью сразу свою работу. Вот тоже момент по цилиндру, значит, здесь цепные ремни замасленные, но рабочие.